Вітаю вас в полі зору. Транспорт продовжує наш ефір. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Ігорем Житінським, експертом Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Доброго вечора. Вітаємо вас в нашій студії. Пан Ігор, про Миколаїв вже кажуть, у нас наче щось пороблено. Останнім часом значно побільшились випадки дорожньо-транспортних пригод, до того ж такі резонансні, коли гинуть люди. Як ви вважаєте, в чому причина зростання ДТП? І що робити, аби якось цю ситуацію вгамувати, скажімо так? З одної сторони, вопрос вроде бы очень простой, а с другой стороны вопрос очень сложный и комплексный. На примере Николаевской области мы видим фактически пример разбалансировки всех ветвей власти. Чехарда с реформами. Наглядный пример – это эпопея с назначением губернатора. Нету жесткой и твердой руки в исполнительной власти. Мы видим эпопею в областном совете, где депутаты дерутся с атошниками и пытаются друг друга снимать, назначать. Фактически такая же ситуация находится в исполнительной власти города, где депутатский корпус противостоит мэру, а мэр противостоит депутатскому корпусу. Это все не может не складываться на исполнительную дисциплину, которую мы видим, что в области она отсутствует. Чиновники ни за что не отвечают, ничего не выполняют. И как следствие мы видим все эти факты. Также немаловажно сказывается на все это, скажем так, не совсем своевременные, не совсем адекватные реформы, которые проводит государство в сфере и пассажирских перевозок, в сфере реформирования полиции. Никто не против реформ, но реформы должны быть осмыслены, и реформы должны быть направлены на благо человека. Если у нас сейчас в активной фазе так называемая реформа из милиции перехода в полицию, так пусть тогда людям объяснят, полиция, какие четко у полиции полномочия, что она может делать, что она не может делать. Это пока не прописано? Это, скажем так, я вам хочу сказать, вы у любого полицейского спросите, он вам до конца сам не ответит на вопрос, что входит в их компетенцию, что не входит. Входит в их компетенцию все полномочия, которые были у службы ГАИ, или не входят? Вроде бы должны, по идее, входить. Другой вопрос. Кому они подчиняются? Понятно, что Авакову подчиняются. А вертикаль власти, вертикаль на местах, кому они подчиняются? С кем они координируют свою работу? И как они должны координировать свою работу с другими правоохранительными органами? На этот вопрос пока четких ответов нет. Взагалі есть, четких ответов нет. Что касается реформы непосредственно Укртрансбезпеки. Была Укртрансинспекция, переименовали их в Укртрансбезпеку. В чем заключается реформа для николаевцев? Когда была Укртрансинспекция, у нас был начальник Укртрансинспекции Костенко, был у него помощник Кривошапка. Сейчас переименовали в Укртрансбезпеку, много нареканий было на предыдущее руководство, теперь Кривошапка начальник Укртрансбезпеки, Костенко его... Есть у него помощник Костенко. Первый зам у него Костенко. Если в этом заключается реформа, я думаю, что от таких реформ пользы никому не будет. И самое прискорбное, что фактически мы видим, что те негативные моменты, которые были и раньше, это взяточное вымогательство, коррупция, они сейчас более еще изощреннее, более циничнее, наглее начинают проявляться в нашей жизни. И отсюда мы видим вседозволенность, которая сказывается на наших дорогах. Почему это происходит? Да потому что нарушители знают, что нет у нас сейчас неминуемости наказания за правонарушение. Все прекрасно знают, что все вопросы можно утрясти, порешать, договориться. Мы же прекрасно понимаем, что то, что происходит, почему ведут себя так по-хамски на дороге водители маршрутных такси по отношению к пассажирам? Потому что сколько общественность не поднимала голос, давайте разрывать договора с владельцами транспортных средств, которые так себя ведут по отношению к пассажирам. Нас очень часто критикуют, что вот почему вы критикуете городскую или областную власть, мы пытаемся навести порядок. Вот прошли областные городские конкурсы. Вот полгода прошло, как прошел городской конкурс. Нам кричали, вы всячески дискредитируете, в город придут инвесторы, мы будем ездить на новых автобусах. Чиновники сделали, как хотели сделать, ничто им не помешало. Где новый транспорт в городе? Где?
Они кричали, что не будут меньше 8-местных автобусов ездить по городу. Почему ездят «Газели», которые 12-14 мест? О чем это говорит? Что никто закон, придерживаться закона даже не собирается. Фактически идет шельмование. Я вам хочу сказать, я не знаю, куда смотрит прокуратура, но что областной, что городской конкурс, это простая фикция. Полное несоблюдение законов. В плане определения по закону у нас, получается, органы исполнительной власти определяют состав подвижного состава, который должен выходить на улицы города или области. Получается, областная и городская власть делают все, чтобы по улицам города и области ездили гробы на колесах, которые не соответствуют ни технике безопасности, которые не соответствуют всевозможным нормам, которые приняты в Европе. Вы знаете, нас очень часто критикуют. Вот, вы понимаете, перевозчику очень трудно обновлять подвижный состав. Да, трудно. Но для чего прописаны нормы и стандарты по безопасности? Если бы наши чиновники прислушивались к этим стандартам, то у нас бы не было многих смертельных ДТП в области. Почему? Потому что в Европе уже давно прописаны те нормы и автомобили оборудованы тем устройством, которое не позволяет превышать скорость. Если у нас указано, что скорость за городской чертой должна не превышать 90 км в час, то на машинах, которые соответствуют данным классам, стоят ограничители скорости. Если водитель набирает скорость выше допустимой, машина глохнет и останавливается. Это вот так весь цивилизованный мир борется за безопасность своих пассажиров. У нас, увы, не надо быть большим экспертом, но у нас умудряются фирмы, у которых не хватает подвижного состава, выигрывать конкурс. Ну, я так думаю, если выйти из тени и работать честно, то будут деньги на обновление подвижного состава. Вы понимаете, вопрос заключается в том, что да у нас, когда первый вопрос задавали, у нас же все практически транспортные деньги находятся в тени. Вот общественники бились с этой остановкой Чегрина, пограничная, нелегальный автовокзал. Вы понимаете, цинизм. Отправляется маршрутка «Орион-Авто», которая работала на городском маршруте. На каком основании? Она снимается с городского маршрута, едет по летнему графику к местам отдыха, попадает в ДТП. Количество жертв и с несчастным случаем измеряются не единицами. Это вы говорите о ДТП в Чапаевке? Да, в Чапаевке, да. И что происходит? Где адекватное действие полиции, прокуратуры, ОКТрансбезпеки? Мы видим все, что следствие затягивается. Ну, некоторое время назад вроде как горосполком принял решение о том, чтобы убрать эту остановку. Но, ну, тем не менее, она на месте. Я вам хочу показать, что эти дельцы, или как банформирование, по-другому я не могу назвать, потому что это они называют билетами, которые выдают людям. Вообще, по закону это называется поясной билет или билет удаленной продажи. Этот билет имеет право выдаваться там, но он должен быть заполнен, он должен быть, скажем так, пронумерован фирмой, страховщиком, который на себе берет обязанности, чего здесь нету. И должен продаваться только в тех местах, где нету кассы, автовокзала или кассы. Это на дороге, в момент следования. Что мы по факту видим? Что возле автовокзала легального Николаевского межгородского на автоостановке происходит уклонение от уплаты налогов. Фактически идет, скажем так, бандитские схемы по перевозке пассажиров. И никто этого не видит. УКТрансбезпека в шоколаде, у них все хорошо. Они там должностями меняются, бабки считают, им у них все хорошо. Нацполиция не поймет, какие у нее полномочия, и кто за это отвечает, и кому они подчиняются. Получается, единственные общественники, я даже назову его Денис Барашковский, который взвалил на себя эту ношу и борется за права граждан Николаева, добился, чтобы исполком городского совета принял решение 12 сентября об отмене, чтобы запретить пригородным межгородским маршруткам останавливаться на этой остановке, тем самым
создать условия для городских маршруток, чтобы они не прыгали с третьего ряда под колеса маршруток, а чтобы они могли нормально высаживаться. Ну что мы видим? Фактически эти отморозки, по-другому я их не могу сказать, игнорируя решения исполкома, исполнительной власти, правоохранительной системы, показывают, что в стране нет власти, что банда главнее всего. И что самое интересное, у нас очень много людей прячутся за эту проблему. Но тут же вопрос, в чем же еще? В средствах массовой информации не так давно прошла информация, кто стоит вообще за этим бизнесом. Угу. С украинской стороны мы прекрасно, с николаевской стороны прекрасно понимаем, что стоят предприятия, связанные с бизнесменом Буркуном. А с одесской стороны там небезызвестная фирма «Посполита Сервис», которая, аффилирована с криминальным авторитетом Зуем. Это представитель Янакиевской группировки. Где сейчас Янакиево находится, мы все с вами знаем. И почему получается? Ну, когда это при Януковиче было понятно. Он сам янакиевец, все это происходит. Но сейчас почему эта схема работает? Фактически идет уклонение от уплаты налогов. И я не представляю правоохранительные органы. Ну понятно, куда эти деньги идут. Почему наша правоохранительная система не расследует эту ситуацию? Почему товарищ Буркун на своих автобусах возил тетушек на Майдан? 2 года правоохранительная система меняется, следователи меняются, все. Не могут дать ответ, возил ли он, не возил. Когда есть фото, видеофиксация. Что он это спонсировал, все остальное. Никто не может с ним разобраться. Так вопрос заключается, где мы, что мы строим? Когда одни борются, и у одних АТО, а другие на этом наживаются и кого-то финансируют. Так давайте же прямо говорить. И, конечно, эти подлецы могут себе позволить за деньги бандитским путем заработанные нанимать средства массовой информации, дискредитировать этого же Дениса Барашковского, который наводит там порядок. Потому что, увы, у нас сейчас за деньги можно сделать из хорошего человека плохого, точно так же из плохого сделать хорошего. Но это же проходит на наших глазах. И эти же билеты, я принес не случайно сюда, эти билеты выдаются каждый день на автостанции. Это прямое нарушение закона. Я обращаюсь к нашим пассажирам. То есть они никакой юридической силы, если это Филькина грамота. Это Филькина грамота. Потому что то, что они после того, как были смертельные ДТП, начали выдавать бумажку со страховкой, по нормам закона все данные и, скажем так, и идентификация билета должна быть на нем. И здесь печать должна стоять страховой компании, которая несет ответственность. В данной ситуации это Филькины грамоты, это бумажки, они не имеют никакой юридической силы. Это знает прекрасно и Укртрансбезпека, это знает прекрасно и страховая компания. Ну, я не удивляюсь, потому что страховая компания, я не удивляюсь, если она вообще существует. Адрес киевский, ну, это не значит, что она не может работать. Может, но почему, казалось бы... Почему перевозчику не заключить договор с Николаевской страховой компанией? Наверное, проще подследить взаимоотношения. Поэтому мы видим, идет наглое уклонение от уплаты налогов, и все государственные органы на это смотрят сквозь пальцы. Такое ощущение, что это никого не касается. У нас миллион проблем, связанных с дорогами, миллион проблем с пенсионерами. Эти бы деньги сейчас как никогда послужили бы на пользу громаде. Но, увы... Они служат криминалитету, который на этом обогащается, делает свое грязное дело, а простые граждане получают несчастные случаи с летальным исходом. И это, увы, становится не единичным, потому что они чувствуют свою безнаказанность. Я вам хочу сказать, вот прошел такой эпизод, спалили автобусы. Вот я только хотела спросить, сожгли автобусы ДТП в Чапаевке, которое произошло, собственно, смотрите, да? одно следствие другого. Чтобы люди знали, сейчас Кабинет министров принял такое постановление, фактически свободное падение отпустил цены на проезд. Сейчас, в принципе, перевозчик, по большому счету, может каждый день повышать стоимость проезда. Как он считает? То есть ограничений нет? Ограничений нет. Фактически от своей экономической целесообразности перевозчик может диктовать пассажирам цены. Никто на это не влияет. Но такое приняло постановление Кабинет министров. Я хоть представляю интересы транспортной отрасли, но считаю, что это глупость. Хотя бы какое-то согласование и утверждение должно быть хотя бы с органом, на территории которого это проходит. Ну, мы имеем то, что имеем. У нас так называемая либерализация цен в транспортной отрасли. Что получилось? Когда один перевозчик, который составлял конкуренцию этой монопольной мафии,
возил людей в Одессу по 60 рублей, а это банформирование возило по 100 рублей. Они поняли, что эта конкуренция на рынке им не нужна, потому что летний сезон. Они взяли подлым путем, спалили автобусы конкурента. Есть видеосъемка. Эта видеосъемка есть в правоохранительных органах. Но правоохранительные органы, у них через каждые полмесяца меняется следователь по этому делу. Дело специально затягивается, не дают возможность ознакомиться с ходом следствия. Фактически система показывает полное в государстве бесправие. Бесправие бизнеса. И о каких, скажем так, цивилизованных нормах ведения бизнеса мы будем вести речь? И сразу же после этого происходит резонанс НДТП с этой остановки, которая незаконная, везет людей, и в Чапаевке разбивается микроавтобус, который должен был работать на городском маршруте. И опять затягивание следствия, и никто не знает, кто крайний, кто виноват. Ну, элементарные вещи, понимаете, такое ощущение, так давайте мы признаемся, что мы тогда не правовое государство, что у нас бабло побеждает и добро, и зло, что у нас люди, человеческая жизнь вообще ничего не стоит. Вы поймите правильно, трагедии эти, это же сегодня, ну, может быть, нас не коснулось, но это завтра нас коснется, потому что нас подрежут либо на дороге, либо что-то еще случится. А мы все, у нас человеческая жизнь вообще снивелирована, значимость ее и цена ее. Вот что самое страшное. И получается, мы все молча созерцаем, как потихоньку там наши права ущемили, там нас ущемили, там нам недоплачивают, там не платят налоги. Здесь наших родственников, близких, они в аварии попадают, и крайних не найдешь, кто в этом виноват. Вот что самое страшное. То есть люди, по сути, остались сами по себе со своей трагедией. Никто не возмещает какие-то там неморальные убытки. Ну, там, я вам просто скажу, идет пока следствие. Но мы видим прекрасно, что следствие затягивается. Я понимаю, как причины затягивания следствия, потому что у нас в любом таком деле появляются заинтересованные стороны, которые пытаются это решить в своих сторонах. Но я просто к чему говорю, что правовых оснований у людей с такими билетами рассчитывать на компенсацию нету. Я знаю, что там ходоки от хозяина автобуса ходят, там пытаются за копейки сгладить вину перед родными, то, что они потеряли близких в этой аварии. Но просто люди от безысходности, может быть, и соглашаются на эти условия, чтобы не выставлять свои претензии. Но сам факт, тут на стороне людей должно быть государство. Но, увы, государство в этом процессе отсутствует. У нас фактически такое ощущение, что у нас безвластие. У нас спалили автобусы, никто, ни городская, ни областная власть, даже не удосужились встретиться с предпринимателем, побеседовать. Это же развитие бизнеса. У нас случилась трагедия с людьми. Никто с власти даже не удосужился с людьми пообщаться. Чем вам помочь? Такое ощущение, что это не жители Украины, не жители Николаевской области. Вот что самое страшное. Что у нас, получается, чиновники превратились в царей, а не в людей, которые только могут решать вопросы с перераспределением финансовых потоков с одного кармана в другой карман. А то, что о людях надо думать, это не проблема людей, что они попали в ДТП. И то, что это проблема власти, что она коррупцию и бандитизм на своей территории не видит, закрывает на это глаза. Ну, хорошо, вот вы сказали о том, что государство разрешило, в свободное плавание отправило, да, тарифы. А что касается тарифов на проезд в городском транспорте, в маршрутках, да, вот эти установленные у нас по Николаеву, там не выше 3,75, не выше 4-4,50 гривен, от чего зависит эта цена? Может ли здесь перевозчик плясать так, как ему нравится? Я вам хочу сказать, при грамотных юристах и при хорошем, скажем так, лоббировании, я думаю, что Николаевская городская администрация ничего не сможет сделать, если перевозчики будут поднимать проезд. Ничего не сможет. Потому что закон на стороне перевозчиков. Государство отдало эти функции со стороны от себя, отдало перевозчикам. Поэтому завтра, если они вступят в сговор и посчитают целесообразным повысить проезд, они его повысят. Понимаете, но вопрос заключается в том, что здесь, когда же проходил конкурс распределения маршрутов, тут же был явный сговор, что им под них прописали условия конкурса, под их никчемный пассажирский подвижной состав провели этот конкурс. Фактически, вот я говорю, что если пусть меня обвинят, скажут, что я неправду говорю, пусть мне покажут на каком-то маршруте, где появились 10 новых автобусов. Как наши перевозчики кричали, дайте нам выиграть конкурс, завтра будут новые автобусы, у нас пойдут инвестиции, мы видим развитие. Конкурс прошел полгода назад. Машины ездят, которые по приори даже
под этот неправильный конкурс не должны были участвовать. Они не соответствуют никаким характеристикам, но они ездят. Куда смотрят все? Значит, это всех устраивает. В первую очередь, профильного зама, начальника управления транспорта. Это все устраивает, потому что они же специалисты, они должны понимать же это все, все эти вещи. Фактически, за счет людей бизнес решает свои меркантильные интересы, все не более того. Ну, должен же быть какой-то выход в этом случае. То есть развитие, насколько я понимаю, вернее, выход, да, в развитии муниципального транспорта того, где город сможет контролировать тарификацию. Вы знаете, вопрос муниципальный. Я вам приведу такой пример. В средствах массовой информации была информация о том, что жители Матвеевки возмущаются, почему у них сняли большие автобусы, а ездят теперь маленькие маршрутки. А я, для меня, например, очень четко понятно, в чем проблема. Когда зашел перевозчик, если не собой, Евротранстехсервис, который закупил большие автобусы большой вместимости, один такой автобус он заменяет там 6-7 маршруток маленьких. В городе ему пообещали, работай, вози льготную категорию людей, вози по социальным ценам, и ты получишь компенсацию льготного проезда, как это по закону положено. Перевозчик начал возить, компенсацию он никакую не получил. Так вопрос заключается в чем? Зачем нам развивать коммунальное предприятие, покупать транспорт, там надо будет отладить менеджмент этого производства. Когда есть частник, который купил уже это производство, только контролируйте, финансируйте его, он будет выполнять вашу функцию, ну так называемый аутсорсинг. Угу. Почему же город на это не пошел? Город сделал вместе с перевозчиками, которые ездят на плохих автобусах, на маленьких, они сделали такие невыгодные условия этому перевозчику, чтобы этот пример был незаразителен. И как это можно было на условиях конкурса, прописать условия конкурса, где ходили большие автобусы, они прописали условия конкурса, чтобы можно было ездить там теперь маленькими условиями. Вы понимаете, все, идет шельмование, шельмование. И получается, интересы громады ущемлены. Скажем так, следующий предприниматель уже подумает, скажет, зачем я буду покупать большой автобус, когда мне проще купить эти маленькие газельки, я больше на них заработаю, подрезая и выкручивая по маршрутам, чем ездить социальным маршрутом в ту же Матвеевку. Понимаете, ну ни одно решение не принимается с пользой для людей. Только с пользой для бизнеса. Это неправильно. Я всегда говорю, что у нас должен быть четкий треугольник. Бизнес, власть, громада. Когда все интересы уравновешены, тогда общество развивается. У нас только интересы бизнеса сейчас в приоритете. Интересы громады никого не интересуют. Ну, есть решение, собственно, в интересах громады, как я считаю, это льготный проезд для детей в период учебного года. Но, тем не менее, насколько мы знаем, далеко не все маршрутчики, далеко не все водители и льготную категорию пускают людей в свой транспорт, и тем более далеко не все разрешают детям ехать за 2,50. То есть это же тоже прописано, они тоже должны выполнять эту норму. Понимаете, вот, как власть сама допускает то, что его акты законодательные, рекомендательные не выполняются. О чем это говорит? Это говорит, что власть без зуба. Власть не может отстоять как права громады. Почему такое происходит? Да потому что водитель в этой маршрутке, он прекрасно знает, нахамил он кого-то, ребенка обидел, беременную не пустил. Ему ничего не будет. Потому что они за эти маршруты, судя по всему, заплатили. И у них все в шоколаде. Поэтому они идут на нарушение норм законодательства. Хотя при каждом таком случае должна была быть проверка Укртрансбезпеки, соответствующий акт, лишение лицензии, или, скажем так, разрыв договорных отношений с городской исполнительной властью. И все. И вопрос бы моментально решался. Ну, кто-то же на это не идет, кому-то это выгодно. Хорошо, у меня еще такой вопрос к вам. А нужно ли предъявлять детям ученический билет? Или, ну, как по мне, ну, так, в принципе, и видно, что это ребенок. Обязательно ли это? А я тогда приведу вам сказать, а должен... Вот, почему тогда водитель не предоставляет документ, что он трезвый за рулем сидит? Ну, если у него есть этот документ. Да, и что он не обколот и не обкуренный. Ну вот казалось бы. Понимаете, любую норму закона можно трактовать, ну, довести до идиотизма. Но вопрос заключается в том, что если у кого-то проблемы в личной жизни, он не может отличить школьника от пенсионера, ну как бы это, таких людей, наверное, на работу не стоит брать, потому что им пора уже лечиться. Просто это...
как бы, скажем так, это недобросовестное отношение к своим обязанностям водителей, потому что, опять же, они не понимают, что они не несут ответственности, город за ними не следит, и они просто начинают борздеть на дорогах. По-другому я не могу ничего сказать. А те люди, которые борются, эти факты становятся достоянием, правильно делаете. Потому что если мы хоть как-то будем сопротивляться, то хоть как-то, может, ситуация будет меняться в лучшую сторону. По-другому, просто будет на дорогах беспредел продолжаться и увеличиваться. Не так много времени у нас осталось. И еще один у меня такой вопрос. У нас в маршрутных такси запретили музыку. То есть, я так понимаю, это радиостанции, и радио «Шансон» в том числе. И как вы считаете, насколько это реальный запрет? Вопрос заключается в том, что мы опять возвращаемся к этому вопросу. Но если у нас водители и директора предприятий с городской властью не считаются, то я думаю, что они запрет этот выполнять не будут. Хотя очень хорошая была идея, в унисон сказанному, чтобы обязать все предприятия одевать водителей в униформу. Чтобы они были следить за их гигиеническим состоянием, чтобы они были чистые, бритые, помытые, и чтобы они работают с людьми, они должны быть соответствовать этому, как говорится. На вежливость это все равно не повлияет. Поэтому я считаю, что это правильная мера. Это вправе делать городские власти. Но только у нас все-таки городская власть должна показать, что она городская власть. А так, пока у меня складывается впечатление, что у нас и областная, и городская власть – это придаток транспортной мафии, не более того. Ну що ж, на жаль, наш час вичерпано. Ми будемо сподіватися, що врешті-решт буде у нас порядок на дорогах. Будемо на це сподіватися. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді і на все доброго.